Здравствуйте, коллеги. Mapic Russia вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Да. Добрый день, коллеги. Сафонов Михаил, компания Knight Frank. Скажите, пожалуйста, подробнее, чем занимается ваша компания? Да. Наша компания оказывает полный спектр услуг в сфере коммерческой недвижимости. В данном случае мы находимся на отраслевой выставке, и мы говорим о развитии торговой недвижимости, где наша компания представляет услуги консалтинга, брокериджа и непосредственно управления торговыми центрами. Очень интересно у вас узнать, как у профессионала, как чувствовался вот рынок этот себя в предыдущем году и насколько тенденция улучшилась в этом? Конечно же, пандемия серьезно повлияла на рынок торговой недвижимости, и она наиболее сильно прочувствовала это на себе. Что можно сказать о текущем времени, что торговые центры восстанавливаются, да, мы уже достигаем по многим объектам показателей докризисных, допандемийных, и видим будущее в объектах. Конечно же, для этого нужно становиться лучше, да, нужно модернизировать свои объекты, развивать их, вкладываться в маркетинг, в качественное управление торговыми центрами, что мы как раз и предлагаем нашим клиентам. От Калининграда до Южно-Сахалинска, да, вот именно такая география тех клиентов, тех запросов, которые есть у нас на сегодняшний день. Я уверен, что на нашей выставке будут ваши потенциальные клиенты, если они коими еще пока не являются вдруг. Давайте расскажем, где найти ваш стенд, чтобы вы могли поподробнее объяснить все, что вы можете предложить им. Пожалуйста, мы находимся при входе, мимо нас не пройти. Компания Knight Frank, да, самое центральное место. Спасибо большое. Надеюсь, выставка будет вам полезна и удачи вам на ней. Большое спасибо. Вам также удачи.